Всем привет, с вами Мико, и я продолжаю проходить Сандред, и... Ох, я предлагаю вам пойти... Именно вам пойти, блин. Да, офигенно, просто гениально. Я предлагаю себе пойти. Кстати, я и вниз могу пойти. Как я уже говорила, там можно тоже попробовать эту способность получить. А чё, кстати? А вот, а что? Ой, смотрите, вон она. Появилась вторая штучка. Вторая зелененькая. Ладно, ладно, ладно. Куда идти? Пойти в ту же локацию или пойти подфармить все способности? Ладно, пойдем в ту же. А, мне надо, очень надо, добраться сейчас вот туда. Лучше, наверное, через вот это место, да, по прямой будет, просто налево. Чем снизу. Так что нам сейчас надо налево, там мы потом спустимся немножко. Не здесь. Черт. Не здесь тоже. Вот. Идем сюда. Блин, еще привыкать надо, что мне заменили эту способность, если честно. Такое непривычное немножко. И много чего прокачали, кстати. Прикольно. Мне нравится. О, способность тела. Транспроизводитель пуль. Ранг 2. Класс. Да не, можно там налево, наверное. Красота. Ну вот здесь, через земли молящихся. А, еще ниже. И вот сюда. Здесь мы пройдем сейчас налево, постараемся выжить. И посмотрим, что у нас тут находится. Может быть, что-то даже толковое из этого выйдет. А может быть, надают люлей. Пока еще даже дойти не успели. Нормас так откинул. Что у меня аж сразу же эту фигню рвануло. Вообще красивый геймплей такой получается спустя время. Уже симпатичненько. К игре привыкаешь, уже все становится более-менее привычным, понятным. Не легче. Но все еще прикольно. Ну-ка, давайте я вас пробью, наверное. И не хотите... Ну, кто хочет, чтобы их прибили, правильно? А надо бы. Особо не обращая внимания на секретки, ребят. Очень хочется добраться туда дальше. И посмотреть на что-нибудь новенькое. Ой. На меня чуть ли не вообще куда-то в какую-то жопу. Ой, реликварий. Бесконечные волны монстров. Короче, бежим. Мне здесь главное пережить это все говно. Я так понимаю. Чё? Ну ладно, неважно. Пофиг, пофиг, пофиг. Почти добежали, куда надо. Сборщик урожая. Получим бонус. И все.
Я думала, здесь что-то покрупнее будет. Ну чего я еще здесь набрала за собой? Вроде все в порядке. Да чего ж ты так разгоняешься? Это вы со всей локации собрались? Я-то могу вас фармить бесконечно. Не, можно, конечно, пойти дальше попробовать, посмотреть. Может быть, что-то игра мне даст. Здесь прикольно. Но здесь бесконечные волны, я просто не знаю, что мне тут делать. Так. Ну-ка. А здесь что? Я даже не заметила, что мне дали. Так. Наверх можно пробовать. Нет, правда, ничего не дало. Давайте сюда. Открыто все, что блестит. Там в начале этого пути, видите, есть некоторые приколы. Так, здесь ни хрена. Как кричат-то? Да, я здесь могу быть просто бесконечно. Ну-ка. Все, вот здесь я не была. И я это получила. Видите, хорошо как. Ага. И новая способность. Магнит. Ранг 2. Интересно, что он дает на втором ранге. Ой, ё-моё. Эти дурни должны закончиться наконец-то. Я же оттуда типа ушла. Все, хорошо.
О. Ну окей. Кстати, смотрите, там что-то фиолетовое скрыто. Ну, внизу. Давайте тогда немножечко, немножечко подфармим в этом выпуске. А вот что-то полезное у нас получится. Угу. Блин, они мешаются запрыгнуть, если честно. Все, пропали. Спасибо. Давайте посмотрим, что это за фиолетовая такая штучка. А, это вонючка. Ну ладно, давайте я тоже еще раз. Мало ли, что нам за это дадут. Ну-ка. Ну давай. О, лид-пожиратель появился. С него, кстати, что-нибудь прикольное может быть. Ну. Быть уже не может, конечно, но ладно. Ничего с него особого не выпало. Давайте. О, сколько хила. Золотой амулет, ранг 2 получено. Прекрасно. Так, внизу здесь есть штучка. Ну вот. Уж не знаю, что они там на тему удачи имеют в виду. Но вроде пока оно неплохо мне помогает. Так. Ну. Угу. Не, ну неплохо. Можем обратно налево пойти, посмотреть, что там. Значит, мне кажется, особо... Там вот, видите, жужжит. Слышите, точнее. Секретка. Она осталась где-то позади нас. Она осталась вон там. Скорее всего, мы ее подбирали. Ну, а чё бы и нет. И того у нас уже 16 косарей, кстати. Хорошо. Там какой-то кристалл, видите, спрятан будто бы. Может быть, он потом будет, не знаю. Так, куда я еще могу пойти? В целом? Да никуда. Никуда. Я так понимаю, эта зона зачищена. И дальше уже только переходить в другие локации.
Да блин. Давай, иди сюда. Не то чтобы я много, конечно, смогу прокачать такими танками, но... Фига себе, сколько налетело, еще и прозрачно. Все. Давайте, идите сюда, напрыгивайте. А, это лид ползун. Ну и нормально. Возмездие ранг 3. Бонус получен. Прикольно. Взяли, прокачали ранг какой-то на максимум. Так, ты мне надоел. Давай. Все хорошо. Это я лох. Немного. Чё там? Хорошо. Да нажмись ты одновременно. Так. Ну и все, я выхожу здесь. Правда, кристалл он как-то вон, видите, выше. Я, конечно, еще даже не умерла. Очень интересно, что это за кристалл там выше. Опа! Фрагменты сколько древних получено. Просто вот тупо. Это был фрагмент осколка, блин. Эу, могла еще и не найти, ни хрена. Нормально? Он просто тут все это время был. Так, что у нас есть внизу? В самом. Открылся ли проход? Нет, не открылся. Что-нибудь, может быть, для этого нужно? Может быть, вот эти три маски собрать надо, чтобы он открылся? Видите, одну я собрала, а еще здесь. Ту я соберу в первой локации, и в новой тоже надо будет найти. Так что давайте сейчас немножко прокачаемся и в следующий раз, наверное, сходим в старую локацию. Что-нибудь там чекнем. Посмотрим, во всяком случае. Мне кажется, что-то может интересное произойти. А может и нет, может опять будем с этими гонгами страдать. Повышает так урон от рукопашных атак. Повышает урон от критических ударов. Давайте на 25%. Я решил назвать эту детку боевым модулем нападения. Она невероятно усиливает урон. Нашим солдатам пригодится любая помощь. Тиша Уильямс, ученый Валькирии. Вот. Видите, хорошо как. Эликсир здоровья. Если вера истина, твоя сущность возродится. Молитвенник Асхатона. Повышает максимальный запас эликсиров. Вот, собственно. Плюс один эликсир. Наконец-то. Чтобы его... Наконец-то! Давайте еще урон от рукопашной повысим. И одну максималочку здоровья. В принципе, нам больше ничего особо нельзя. И я хочу еще посмотреть, дайте-ка. Магнит же ведь у меня ранг
Что? Что? Он притягивает выпавший предмет, который находится несколько раз. 4 раза дальше. А. Окей, я поняла. Окей. Блин, их тоже можно будет прокачать на максимум. Ну ладно. Что ж, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.